Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Хочу сегодня поделиться с вами еще одним безумно урожайным сортом томатов, который я никогда ни на что не променяю. Сажаю каждый год и буду продолжать сажать. Кожица плотная, не трескается, сорт поспевает огромными гроздьями. Для закаток, соусов, вяленья просто идеален. Название этого сорта – дрова. Очень необычная для томатов, сорт ранний, не пасынкуется. Плоды красные, удлиненной формы, массой 130-150 граммов. Сорт этот очень урожайный, просто весь облеплен томатами. Кусты невысокие, вырастают 60-70 сантиметров. Сорт дрова устойчив к болезням, растет в открытом грунте практически в любом климате. На Урале, в Сибири замечательно плодоносит, просто ему нет равных. Насчет вкусовых качеств, мне этот томат очень нравится и для употребления в свежем виде, но все-таки больше он подходит для консервирования. На вкус и цвет, как говорится, попробуйте, посадите, безумно урожайный сорт вам понравится.